Поступила информация, что на строительной площадке троих детей зажало в трубе, и счет идет на минуты. Как стало известно, дети проникли на строительную площадку, дверь на которую была не заперта. Оглядевшись, их внимание привлекли трубы. Дети начали через них пролазить. В какой-то момент трубы сорвались с крепления и полетели вниз и упали в котлован. Услышав громкий звук падения, строители, проживающие на стройплощадке, которые были еще не совсем пьяны, вышли посмотреть. Дети резко разбежались. Один из детей, который не испугался, остался и рассказал, что в одной из труб, которая упала, было трое его друзей. Тогда строители резко бросились их спасать. Первое время, по версии следствия, они пытались решить проблему сами, чтобы не придавать делу огласку и скрыть свою халатность. Через полчаса они осознали, что не справляются, и вызвали МЧС. Прибывшая на место бригада сразу приступила к работе. Час времени у них заняло, чтобы добраться до той трубы, где были дети. Края трубы были засыпаны песком, детям не было возможности самим выбраться. После того, как детей достали, их передали медикам. У них были незначительные ушибы и сильный испуг. Более полутора часа они просидели в трубе в темноте, не зная, спасут их или нет. С ними уже начали работать психологи. Строительной компании грозит крупный штраф за нахождение сотрудников на рабочем месте в нетрезвом состоянии и халатное отношение к доступу на стройплощадку. Родителям детей также будет предъявлен штраф за то, что не следят за детьми.